Для успеха однажды выбранного жанра здесь есть все: и красивая картинка, и знакомые диалоги, плюс яркие эффектные костюмы и узнаваемые лица. Так, для роли, кстати, разговорной тюремного сторожа Фроша приглашен популярный актер из Санкт-Петербурга Борис Смолкин. Одной оперетой трудно закрыть такую большую нишу, которая является оперетта сама по себе как явление в культуре. Одна оперетта вряд ли может закрыть эту нишу. Для солистки оперы Гульноры Гатиной партия Адели стала дебютной. Прожившей недюжинной страсти в итальянских операх, актриса погрузилась в иную точку отсчета. Я сегодня кому-то сказала о том, что я бы, наверное, лучше спела 3 оперы, потому что действительно образ очень тяжелый для меня. Поэтому сегодня у меня такой дебют, в котором я проживу новую жизнь. Музыка Штрауса в Европе перед Рождеством – это неотъемлемая часть светской жизни. Звезда московской оперетты Анна Новикова считает, что пребывание в атмосфере летучей мыши заменяет гламурные тусовки с неестественной речью и странными ужимками. Мы, артисты, выпадаем из реальности и попадаем совсем в другие века, испытываем другие ощущения, мы вступаем в другие отношения, у нас другие жесты, у нас другие наряды. Это все другое, другое ощущение. Подготовка к Рождеству в Европе началась еще в ноябре. Продают каштаны, елочные украшения, улицы украшены, а некоторые артисты балета, которые отслужили свой первый европейский срок, вернулись в Казань и поделились впечатлениями. Там на Новый год ничего особенного нет, а вот на именно католическое Рождество там, конечно, сказка. Все отдыхают, все гуляют, все украшено, все магазины даже работают, потому что, ну, хотят все успеть еще купить друг другу подарки какие-то. А у нас что? У нас всегда в эти дни работа, утренние спектакли, даже двойники бывают. В какой бы точке земного шара мы бы ни находились, всегда хочется пожелать близким только одного. Здоровья. Здоровье. Если Господь силы какие-то высшие пошлют здоровье моим близким мне, мне кажется, это самое главное. И всем окружающим. Я желаю того же. Дмитрий Пивоваров, Рушан Гайнутдинов, телеканал «Эфир». 25 лет в эфире. С вами и для вас.